соцсети взорвались фотожабами на трехтомник цитат Путина. Да, трехтомник цитат, это вообще-то Мао Цзэдун-то какой у нас нашелся, представляешь, то есть Хун Вэйбина у нас есть уже, Мао Цзэдун у нас есть уже, культурная революция осталась только. Вот. Мы говорили, что на самом деле они структурируют таким образом, чтобы вот там новая молодежь должна прийти и так далее. Видишь, вот цитатничек уже появился. Во, маленькие такие красные книжечки. Ну, в данном случае, может, не красные, какие-то другие. Там цитаты от Путина, чтобы придурки бегали. Там, нодовцам вот раздадите. Там, надо прям специально каких-то там наделать цитат таких. Эгеге. Ну, не цитат, все корявые какие-то Путин. Ну, это, вот, это... Мал, винтовка рождает власть. Ну, классно, да? Или чем хуже, тем лучше. Ну, вообще. Хотя, конечно, повторение предыдущих, я имею в виду, чем хуже, тем лучше, это еще у Пушкина, Вяземского мы находим. Но, в общем-то, красивые цитаты. Ничего, вон он у меня, цитатничек Мау стоит. Надо напомнить, завтра покажем. Там. Можно даже зачитать. Так что на память я не помню, такие хорошенькие, красненькие. Вот. Вов, надо такие тебе. Ну, это может, во-первых, стать такой Библией для некоторых. Ну, просто я думаю, что... Ну, мы дойдем и до этого, наверное, когда выпустят Библию имени Путина. Вот. Когда Конституционный суд признает путинскую власть божественной, вчерашняя новость, вот, выпустят Библию имени Путина и будут присягать на Библию имени Путина. А пока вот такой сборник. Но это очень промежуточный этап. И у нас есть фотография этого сборника, вы не показали. А что, где он? Есть там, да? А, вот он, представляешь, ты смотри, какой он там, прям желтенький такой, ха-ха, ха-ха. Ой.